На несколько часов один из самых крупных торговых центров города превратился в Атлантиду. Прошедший днем ливень был настолько сильным, что система водоотведения не справилась с нагрузкой, и первый этаж Серебряного города затопило. Разгул стихии застал врасплох и покупателей, и продавцов. Чтобы покинуть торговый центр, людям приходилось идти по колено в воде. В свою очередь, продавцы и арендаторы в срочном порядке спасали товар. Для устранения последствий непогоды работники клининговой службы оперативно откачивали воду. Стоит заметить, что подтопление в Серебряном городе происходит не в первый и, скорее всего, не в последний раз.